Хорошо, сидим. Привет, друзья. Вы на канале «Русская дымка». Меня зовут Владислав Кислицын. И наша новинка 2024 года – аппарат «Вейн Практик» у меня на столе. Сегодня первое его испытание, первая перегонка. И поэтому куб у меня находится на плите. Плита мощностью 3,5 кВт. И в кубе у меня 28 литров браги. Соответственно, начинаю разгон. И что? Пробежимся по самому аппарату, который я собрал для первой перегонки. На крышку я ставлю пустую царгу, поворот и холодильник. Царгу пустую ставлю для того, чтобы собирать можно было во что-то стоящее рядом на столе. А если собрать без царги, соответственно, с учетом высоты холодильника придется сосуд для сбора спирта сырца поставить куда-то ниже. Так как у меня съемки, я буду делать это на столе, только для этого мне нужна пустая царга. Поворот содержит в себе джин-корзину, и я ее убрал, ну, просто, чтобы не заслоняло зря пространство, потому что буду испытывать, естественно, на максимальной мощности. Конструкторы наши обещают, что холодильник съедает 3,5 кВт. 8 трубок по 13 мм диаметром каждая. Сейчас посмотрим, как это работает. Ставлю уплотнительное кольцо. Это силикон, натянутый на обручи из нержавеющей стали, с специальными усиками, которые помогают центрировать эту конструкцию. Все по центру. Хомут имеет регулировку. Я его немножко сейчас подтяну и, соответственно, затяну, защелкну. Таким образом, чтобы все было герметично. Ну и шланги. Приемный шланг для получающегося продукта, подвод воды к нижней точке холодильника, отвод воды в раковину с верхней точки холодильника. И чтобы все проверить, подаю воду. Итак, вода пошла, вода заполняет холодильник. Вода вышла. Мне остается только ждать, когда аппарат разогреется, и наслаждаться отбором. Измерим скорость. Аппарат прогрелся, и пошли первые капли. Осталось дождаться, когда струя войдет в полную свою мощность, и измерить ее начальную скорость. Ну и вот такой бодрой струей, вполне себе холодный спирт-сырец, образовался у меня на выходе. Измерю, сколько получится сейчас за минуту. Ну и вот примерно за минуту, ну, пока шланги туда-сюда, еще 3 секунды, образовалось у меня 100 с небольшим миллилитров, получается около 7 литров, что, собственно, и было изначально заявлено. Поэтому продолжаю отбор, посмотрим, сколько получится в итоге. Я попытаюсь продемонстрировать температуру воды на выходе из холодильника и ее напор. Видимо, где-то к 45 она подойдет. Ну вот, 56-57. Где-то стабилизируется температура, даже ниже. Но у меня плавающий напор, поэтому может такое быть. В общем, рационально достаточно холодильник расходует воду, при этом сырец холодный. Ну и что в итоге? Прошло время, набралось у меня 3 банки. Крепость в струе, которую добродушно показывает специально обученный попугай, опустилась ниже 10, а вообще уже около 5 градусов сейчас. Поэтому я останавливаю перегонку и подвожу итоги. Аппарат был удобен в работе. Аппарат отработал качественно и стабильно от начала до конца. Выдал заявленную скорость. И остается только ждать второй перегонки, чтобы оценить результат полностью. Поэтому, если вы еще не подписаны, внизу под роликом можно подписаться, поставить лайк, задать вопрос, если я о чем-то забыл упомянуть, делая тест первой перегонки на аппарате Вейн Практик. Ну а вы были на канале «Русская дымка». Цените натуральное. Хорошо, сидим.